Dieses Referendum widerspricht der Verfassung der Ukraine und es widerspricht internationalem Recht. Es ist aus unserer Sicht illegal. Deutschland verurteilt die Abhaltung dieser unrechtmäßigen Abstimmung. Wir und unsere europäischen Partner bestreiten nicht nur die Rechtmäßigkeit dieser Abstimmung, wir werden auch ihr Ergebnis nicht anerkennen. Украина для нас партнер, и никакие временные трудности, временные обстоятельства, так сказать, не должны вот эти партнерские отношения между нашими двумя странами изменить, но уж тем более ничто не должно сделать нас соперниками. И я рассчитываю, что большая часть населения Украины с уважением и с пониманием отнесется и к результатам, повторяю, более чем убедительным результатам референдума, который прошел вчера в Крыму и в Севастополе.